Друзья, всех приветствую. Сегодня мы с вами будем говорить о теме, которую не поднимали уже давно, но я вижу от пространства много запросов, вижу, что в принципе есть на это ресурс, поэтому давайте займемся техниками самопрограммирования. Я снова получила некоторое вдохновение, снова получила такой пинок, толчок к самопрограммированию, пообщавшись с людьми, которые занимаются самопрограммированием весьма успешно. И прям имеют хорошие результаты, вот, и, соответственно, начала заниматься самопрограммированием сама, в том, что эта практика работает, у меня нет никаких сомнений, вот, иногда бывает, правда, когда ты уже что-то прописываешь, она у тебя работает, ты такой, о, все, классно, работает, ты, короче, начинаешь забрасывать, вот, есть такая дурацкая фигня нашего мозга, когда он, короче, ленится, начинает что-то куда-то... Любим, короче, мы, да, есть у вас такое, что вы получаете вдохновение, какое-то время действуете, и потом у вас получаются результаты какие-то, и вы забрасываете. Вот, потому что такая работает, ну и хорошо, ну и ладно. Вот, и сегодня мы как раз с вами снова вернемся, я с новым вдохновением прям получила порцию пинка от людей, с которыми я провожу аскезу. Вот, есть несколько у меня знакомых девчонок, которые проводят аскезу, они говорят, блин, у тебя так клево получается погружение, то есть так клево получается погружать людей в спокойные вот эти медитативные состояния, потому что на аскезах, аскеза Венере, да, которая недавно закончилась, аскеза Сатурну, мы там делаем практику расслабления, мы там делаем практику, так сказать, отключение ума такого, да, и потом в этом состоянии начинаем петь мантру ОМ, в этом состоянии начинаем, там у меня много-много разных практик, техник, которые, в принципе, приходят в потоке, вот, и мы их делаем и имеем реальные результаты, то есть люди, они, у кого-то там открывается сердце в момент проведения практики, у кого-то потом очень, реально спокойное состояние, люди гораздо спокойнее себя чувствуют потом на протяжении всей недели, да, то есть реальные результаты имеют. И почему бы нам не использовать практику сам, ну, не использовать мой талант, да, в практике самопрограммирования. Вот, и к чему это все я веду? К тому, что вообще мы программируем себя, в принципе, каждый день. И у меня было такое некоторое сомнение в том плане, что иногда такие подсознательные установочки вылазят, то, что если... Типа, зачем программировать себя, да, когда ведь уже есть Бог, он, короче же, вот уже знает, что нам надо, он же вот знает же, вот как нам, куда нам двигаться, куда нам идти, я доверюсь просто Богу, он меня вот принесет, куда мне надо. И отчасти это работает, но это перекладывание ответственности за свою жизнь, потому что когда с тобой происходит что-то плохое, виноват кто? Не ты, конечно же. А если с тобой происходит что-то хорошее, ты тоже такой, ой, ну я молодец, то есть, да, если человек не прокачан, он будет думать, блин, я молодец какой, вот, ну, как бы, кто уже прокачан, он понимает, спасибо Господи, что благословил меня на хорошие события, и, в принципе, сейчас я уже понимаю, что каждый человек несет за свою жизнь ответственность самостоятельно, за плохие, за хорошие события, и, когда мы делаем практику самопрограммирования, мы берем ответственность за свою жизнь как раз-таки в свои руки. То есть мы сами себя программируем на то, что мы хотим достичь в жизни, раскрываем свой потенциал по максимуму. То есть когда мы живем просто по наитию, да, мы, в принципе, нам удобно, у нас так мозг рассчитан, то, что мы вот живем, у нас есть еда, есть крыша над головой, в принципе, все окей. И очень многие люди из этого прокрастинируют, в том плане, что они такие, ну вот раз там небольшие результаты добился, ну и все, короче. Да, дальше что-то сил нет, мотивации нет, там хочу, пойду там с друзьями, посижу, посмотрю сериальчики. Уже тебе не до самопрограммирования, либо ты пошла на шопинг куда-нибудь, да, ты там пошла смотреть какие-нибудь сериалы, ты пошла покушала вкусненько. И, в принципе, тебе развиваться не надо, потому что у тебя все хорошо. А часто, когда ты в такой прокрастинации находишься, у тебя нет достаточно мотивации, вдохновения, тебе вообще нет, ты не знаешь даже, чего ты хочешь, ты бы самопрограммировалась с радостью, но ты не знаешь, чего хочешь, это еще одна вот такая огромная дубина, застрявшая просто в колесе развития людей, потому что я знаю кучу народу, я тоже была в их числе, когда ты такой, я бы с радостью, но зачем, вот в чем смысл этого, все равно все сдохнем, все равно все будет так же хорошо, как и сейчас, и это огромная прокрастинация, которая тормозит людей. Ну так вот, и к чему самопрограммирование? К тому, чтобы, во-первых, замотивировать себя, во-вторых, полностью раскрыть свой внутренний потенциал, потому что мы все здесь сидим, там, знаете, уровень Бог у всех, но кто-то
не хочет никуда двигаться, потому что ему и так хорошо, кто-то не верит в себя, кто-то там застрял в социуме, в разных программах, погрузился в такую жизнь, где у него нет даже 10 минут свободных на то, чтобы сесть и помедитировать. Это тоже такая жизнь ад просто. Вот, если, конечно, ну, ему не доставляет удовольствия, да, он там реально страдает, там, и действительно, вот такая жизнь, что он как белка в колесе, и он, ему это страдание доставляет. Да, есть жизнь, где тоже нет свободных 10 минут, но потому что все остальное время он посвящает, реально, он делает клевые задачи, он там раскрывает себя, он помогает людям, например, да, этот человек там что-то делает реально крутое, он, в принципе, получает удовольствие, да, у него тоже нет 10 минут, но, скорее всего, есть. Вот, и, ну, такие люди, они уделяют внимание внутреннему состоянию. Так вот, давайте уже перейдем, собственно, к теме. Зачем делать самопрограммирование? Да, мы все каждый день, вот представьте сейчас ваша жизнь, вот есть вы, да, вот я сижу, вот вы сидите сейчас, вокруг вас есть друзья. Вот все, что вокруг вас, ваша квартира, ваши друзья, ваша работа, ваш молодой человек, ваши родители, это все отражение внутреннего вас. Ничего нет того, что вам Вселенная прилепила как что-то не ваше, как что-то инородное. Все это отражение вас, ваши друзья, ваша квартира, какая она вот вокруг вас, какое вы вокруг себя пространство создали. Это ваше место силы? Вы приходите домой, это ваше место силы? А ваши друзья, вы приходите к ним, к людям, так сказать, не знаю, людям силы, которые вдохновляют вас не пойти как-то неблагостно провести время, а, блин, клево провести время, а развиться, выйти за собственные рамки, что-то новое узнать, они вдохновили вас личным примером. Или это люди, которые жалуются на жизнь, что все плохо, которые, наоборот, вдохновляют вас не на самые лучшие, как бы, не на ваше развитие. То есть у нас у всех есть светлая часть, есть темная часть. Встречаясь с определенными людьми, вы кормите, так сказать, хорошего волка или плохого волка? То есть вы кормите свою светлую часть, которая хочет развиваться, или свою темную часть? И все вокруг нас, это и есть наша бессознательное программирование, которое из подсознания мы, вот это вот наше бессознательное, оно все построило уже. То есть, друзья, жилье, ваши цели, планы, работа, служение людям, благо, которое вы несете или не несете, все это уже вот все, что у вас запрограммированное есть. Вот поставьте точку «я сейчас здесь», и все вокруг вас – это уже отражение того, что есть в вашем подсознании. И как каждый день, выходя в этот социум, вы смотрите это видео, у вас был день до и будет день после. Все, что было до, это самопрограммирование. Все, что я вам говорю сейчас, вы срезонировали со мной, это тоже самопрограммирование бессознательное. Это уже, в принципе, хорошо, что вы смотрите это видео, потому что и вообще дальнейшие как бы, направления, которые я задаю, они уже приведут вас на точно на шаг выше к тому, чтобы осознанно относиться к тому, что вы внутрь себя, своего сознания как бы заливаете. И также будет после. Это все есть самопрограммирование. На что вас программирует ваше окружающее? Я не говорю сейчас, что у всех все плохо, да, я не говорю сейчас, что вы сидите там, где-то у вас все плохо, там нет, у многих людей на самом деле уже люди занимаются, они уже бессознательно, вселенное пространство, оно задает уже новые настройки, и люди, они уже понимают, что надо чистое пространство иметь, чистое, нетоксичное окружение, что работа должна им доставлять удовольствие. Но есть много людей, которым действительно, они живут в бардаке, они живут в месте, где их дом – это не место силы, это место, откуда хочется сбежать. Это место, где они живут с людьми, которые высасывают их полностью. Да? И это тоже ваше отражение. Не перекладывайте ответственность, что вокруг вас там, знаете, одни просто слуги ада, которые пришли в этот мир, чтобы вас такого прекрасного высосать все ваши силы. Нет, это вы, это отражение также вас. Возьмите ответственность. Если вы живете с людьми, которых вы ненавидите просто, да, которые вас высасывают, это все вы. Это вы с собой делаете. Почему этих людей вы в свою жизнь притянули? Что вы, где вы также кого-то высасываете, как эти люди высасывают вас? Почему вы не можете наладить отношения? Почему это, возможно, мешает ваша гордыня? Возможно, мешает ваше высокомерие. Возможно, люди реально пытаются до вас достучаться, а вы настолько непробиваемый человек, что вот вас надо вот именно так, вот Богу надо вот рядом с вами таких людей поставить, чтобы вы хоть как-то изменились. Ответственность берем на себя, что вокруг происходит. Дальше. Друзья, с которыми вы общаетесь, все вас программирует. Это отражение вас. Если у вас ваши друзья, это люди, которые ноют, которые жалуются, у которых постоянные проблемы,
это отражение вас, вы таким и будете. То есть скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Это все отражение вас. Если вокруг вас токсичное окружение, вы живете в пространстве, в котором, из которого вам хочется убежать просто, если вы не фильтруете информационный, энергетический мусор, мы об этом поговорим позднее, то именно вот этим вы кормите свое бессознательное, которое выдает вам результаты, которые вы имеете. И то есть мы не осознаем, мы думаем, ну вот, ничего не меняется, я уже живу, уже сколько вот, да, жду, ничего не меняется, ничего не изменится, потому что вокруг вас не меняется ваше отношение к вашему пространству, ваше отношение к вашей ментальной чистоте, к энергетической чистоте, к людям, с которыми вы общаетесь, к информации, которую вы поглощаете через новости, музыку и так далее. Если вы не изменили это, то самопрограммирование дневник тоже будет весьма, можно сказать, бесполезен, да? Но об этом мы также поговорим далее. В общем, основная мысль того, что я хотела вам сказать, то что, не пользуясь практикой самопрограммирования, вы автоматически, Вселенная вас уже программирует, если вы сами не выдаете из себя луч такой, да, вот луч вовне, я хочу иметь вот это, я хочу иметь реализованный потенциал, я хочу стоять вот и реально видеть, что я оказываю на этот мир реальную какое-то влияние в том плане, что я помогаю, я создаю, я украшаю этот мир, да, там что-то такое, и приношу пользу, да, там, меняю мир к лучшему. Тогда, если вы этого не делаете, не делаете самопрограммирование, не работаете со своим подсознанием, то мир, он, все, у вас нет исходящего потока. То есть у вас нет вот этой вот энергетической волны какой-то, да, вот это как из трубы течет волна какая-то энергии, да, которая пробивает вовне. Нет, я говорю, я диктую, какой я хочу видеть мир. Я создаю этот мир вокруг себя. А не так, что внутри я не знаю, что я хочу, у меня прокрастинирование, я ничего не делаю, я не верю в себя, у меня вокруг окружение, которое настраивает меня не на очень-то хорошее. Тогда у вас вот этот вот закрыт канал, тогда, конечно же, свято место пусто не бывает, мир вокруг вас, в вас, вот этот вот канал, он работает наоборот, в вас закачиваются, вокруг все плохо, все дорого, мы все погибнем в скором времени, потому что все скоро все переругаются страны, пострадаем под музыку страдальческую, которая сейчас во всех чартах России, которая вся такая, я несчастная, он меня бросил, и все плохо, пойду поплачу и побухаю, конечно же, побухаю в баре под эту грустную песню, схожу с друзьями, прибухну еще немножко, пыхну сигареточку, все будет вот так, вот, пожалуйста, да, кушай, кушай, ведь это то, над чем... То есть это то, с чем ты резонируешь в данный момент, не выдавая обратно никакого сигнала. Мир тебе на хавай, 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 то, что ты вокруг себя построил. И что ж, пришли мы к тому моменту, что если вы смотрите это видео, то 100% находимся мы с вами на этой точке, когда, в принципе, я, может быть, даже и знаю, что хочу, но уже мое подсознание за годы, годы, десятилетия, в принципе, сформировало вокруг меня некоторую реальность, и теперь, осознавая это, я хочу что-то изменить. Поехали! Что ж, я уже, в принципе, рассказывала про дневник самопрограммирования, и мы с вами сейчас еще раз более подробно уже пройдемся по тому, как его нужно вести. Я вела дневник в прошлом году, я охренела, конечно, у меня все сбылось, некоторое сбылось весьма-весьма способом таким, ну, надо, короче, прописывать, чтобы как ты хочешь, чтобы это сбылось, да, потому что если ты, например, пишешь, я хочу, например, какой-нибудь новый телефон, то, возможно, ты проснешь, ну, неделю пишешь, я хочу новый телефон, и у тебя просто телефон твой ломается, или ты его теряешь, свой телефон, который у тебя есть сейчас, и тебе приходится брать кредит на новый телефон. Так это вот и сработает, если ты не знаешь правил того, как правильно нужно прописывать намерения. Вот, об этом все мы поговорим сейчас же. Сейчас же. Так, ну что ж, во-первых, когда лучше... Так, сколько у меня время? 3 минуты. Во-первых, когда лучше прописывать технику самопрограммирования, да? То есть у нас мозг, он лучше всего принимает аффирмации, принимает программирование тогда, когда он находится на определенной, мозг находится на определенной частоте мозговой активности. Есть бета, альфа, дета, дельта, тета волны. И самая лучшая, так сказать, работа
частота мозга, на которой тебе прям в подкорку прописываются программы, это тета-частоты. То есть это именно то, что я делаю на практиках на аскезе. Мы расслабляемся, погружаемся в медитативное состояние. Наша задача как можно глубже погрузиться в медитацию, замедлить работу мозговой активности. Замедляем мы ее как погружением, расслаблением, так и мантрой ОМ. Поэтому я иногда тоже, кто девчонки, кто у меня на практиках, они знают, что я там бывает закидываю там, я здорова, я счастлива, у меня происходит в моей жизни волшебство, все самое лучшее. То есть я бывает такое тоже закину, чтобы обязательно в подсознании это работало. Вот. И, соответственно, на такой частоте, если мы не вызываем эту частоту самостоятельно, да, с помощью медитации и практик, на этой частоте мозг работает, когда мы только проснулись, и когда мы только погружаемся. Почему я как бы, да, говорила вам, есть время Брахма-Мухурта, это за 1 час 36 минут до рассвета. Сейчас, в принципе, у нас зима, да, то есть уже, ну, то есть у нас сейчас рассвет, он уже не так рано, там, да, не в 3 утра вам надо вставать, чтобы Брахма-Мухурту поймать по нашему часовому поясу, да, я сейчас ориентируюсь на среднюю полосу, там, да, если вы живете в каких-то других, там уже, извините, я не ручаюсь. То сейчас у нас рассвет, он в принципе за 1 час 36 минут вы можете попасть на время Брахма-Мухурта для того, чтобы совершить практику самопрограммирования, там духовные практики и так далее. Это будет в принципе сейчас, удобно. В принципе, когда выходит это видео, да, осенью, зимой, как нельзя доступно. Да, если вы не знаете, о чем я, то посмотрите мое видео на канале Брахма-Мухурта. Вот, и, конечно же, вы просыпаетесь, первым делом вы не берете телефон, вы не берете там, да, какие-то там бежать срочно что-то делать, вы садитесь в свое личное место силы, то есть у вас в квартире должно быть место силы, где у вас все красиво, у вас стоят свечи, благовония, может быть, стоят изображения янтры, может быть, стоят изображения там тех, как сказать, эгрегоров, которым вы подключены. Там, может быть, это кришнаитство, может быть, это буддизм, может быть, это православие, там, да, любые, пожалуйста, с чем вы общаетесь. Вот, но должно быть так, чтобы вас настраивало на энергетическую, на духовную работу. Вот, если я сейчас не берусь там практика медитации и так далее, мы сейчас идем именно в самопрограммирование. Либо там у вас стоит, допустим, какие-то ваши цели, ваши намерения, может быть, карта желаний, еще что-то такое, карта служения, карта желаний. Вот, и в этом, это должно быть место, которым вот вам после пробуждения точно хочется идти. Не поесть там, да, а вот именно туда. То есть ты садишься, возможно, там книги, ты зажгла любимое благовоние, понюхала, может быть, любимое эфирное масло. То есть все, берем ручку, берем тетрадку и пишем технику самопрограммирования Короче, есть некоторое, как сказать, правило, да, по которым нужно вести, прям соединив несколько техник, ваше самопрограммирование, ваш дневник будет максимально эффективен в плане того, насколько вы начнете правильно день и насколько вы начнете правильно работать с подсознанием так, чтобы, ну, соответственно, уже жить жизнь на более качественном уровне. И начинаем мы свой день с практики благодарности. Есть специальный дневник благодарности, вот, и... Блин, у меня что-то тут все закрывается, открывается, что такое? И дневник благодарности, есть тоже такая как бы тема, вот, но понимаете, я просто знаю кучу всяких техник, понимаю, что тебе просто, чтобы элементарно начать утро, тебе надо часов 10 для того, чтобы сделать все техники, там, дневник благодарности, дневник там состояний, дневник самопрограммирования, дневник там еще какой-нибудь, вот, поэтому все это сделано в одну компактную технику, то есть вы берете и начинаем, конечно же, свой день с благодарности. Благодарности не нужно шлепать каждый день одно и то же, там, знаете. То есть, когда вы делаете практику благодарностей, вы прям благодарите за то, за что вам реально хочется отблагодарить Вселенную. То есть, вам главное почувствовать благодарность, вам главное прожить эту благодарность, вам главное вот реально испытать вот эту чистоту благодарности. Да? Говорят, что, кстати, чистота благодарности единственная, которая соответствует чистоте благодарности. Единственная духовная чистота, которая совпадает с высшими мирами. Да? То есть, мы находимся там, так сказать, в среднем мире, там, да, ниже нас ад, выше нас духовные миры, и даже любовь не вибрирует на той частоте, на которой вибрирует любовь в духовных мирах. Это именно практика, именно благодарность. Она в духовном мире такая же, как и у нас здесь, в физическом мире, на нашей с вами планете Земля. Вот, и главное поблагодарить от сердца, то есть
у меня была ошибка такая, то, что я благодарила, делала практику благодарности, делала ее, наверное, на протяжении полугода, но она у меня не приносила плодов, но приносила плоды, наверное, первую неделю. Потом она перестала приносить плоды, потому что я начала писать просто по наитию. Спасибо за еду, спасибо за крышу над головой, спасибо, что у меня там все хорошо, спасибо за то, что сегодня покушала, спасибо, что, в принципе, все хорошо, там, у меня есть дом, у меня есть любимое дело, все, ок, топ, спасибо. Вот. Сейчас я уже поняла то, что надо писать благодарность именно за то, что ты чувствуешь благодарность за прошлый день, за этот день. Общий фон, который у тебя, в принципе, сейчас выходит на первый план, да? То есть ты пишешь, например, благодарность. Например, благодарю за то, что у меня, допустим, ты встретилась с подружкой, да, вы клево провели время, реально ты чувствуешь после этой встречи подъем, и это общение было реально эффективным для тебя. Пишешь, я благодарю, что в моей жизни есть такой человек, благодарю за приятное общение, что так вот здорово мы пообщались. Благодарю за осознание, которое я получила. Благодарю Вселенную за то, что действительно у меня я живу в изобилии, живу в благости. Благодарю за то, что я могу служить людям, делать, раскрывать свою, раскрывать свою душу, раскрывать свой потенциал, раскрываться этому миру и доставать из себя все новые и новые сокровища. То есть и пишите реально то, вы проживаете эту благодарность, вы прям с улыбкой Вселенной говорите благодарю тебя за это. То есть вам не обязательно каждый раз там, да, писать спасибо за крышу, там, да, за еду, за вкусную, там, за то, что друзья у меня есть. Там. Короче, если вы пишете благодарность по механически, технически, эта практика не работает. Если вы ее, допустим, вот будете делать дневник самопрограммирования, и вы чувствуете, что вы уже не проживаете эту благодарность, то либо меняйте подход и прям пишите, за что вы благодарны, там, я не знаю, вот сегодня увидела красивого кота, например, на улице, блин, он такой клевый был, увидела собаку. Прописывайте вот это, главное благодарность пережить, благодарю Вселенную за это. Вот, если вы уже совсем у вас благодарность не идет, да, мозгу приедается одно и то же, допустим, на неделю практику благодарности из дневника самопрограммирования исключите. Вот как я люблю делать практику благодарности, как я люблю ее записывать. Сейчас я вам покажу. Это вам, думаю, понравится. Это не будет какой-то писаниной, а будет клевым, как бы клевой практик. То есть, смотрите, мы здесь пишем. Вот у меня небольшая такая страничка, да? Мы здесь пишем посередине. Благодарю. Благодарю. Дарю. Так. Обводим в кружок. И стрелочки от этого кружка пишем в первом, под первой стрелочкой, да? Сейчас я вам сфокусирую. Я сейчас, ладно, пишу. Например, благодарю. Вот много стрелочек. То есть здесь еще такой немножко творческий подход, можно сказать. Так, благодарю за... Я вчера увлажнитель воздуха себе купила. За то, что у меня... Есть теперь увлажнитель, и моя мечта сбылась. Я уже лет 5 хотела увлажнитель. У меня есть увлажнитель воздуха, моя мечта сбылась. Моя мечта сбылась. Сбылась. Написала, посидела и прожила прям. Благодарю, Вселенная. Благодарю за то, что моя мечта наконец-то сбылась. Я теперь могу... дышать прекрасным увлажненным воздухом в период отопления, и наконец-то у меня не будут электризоваться волосы, там, кожа, сохнуть и так далее. То есть это круто, я могу постоянно натуральный аромамасла туда капать, и я по-настоящему благодарна. Вот, записала, вот как выглядит. Вот так выглядит благодарность, вот как правильно, техника благодарности. Вот, соответственно, написали, уделяем этому не более 3 минут, не надо расписывать там все по полстраницы. Буквально в двух словах, 5, там 6, 7, пожалуйста, сколько хватит. Написали под одной стрелочкой, под второй, под третьей, под четвертой. Чувствуете, что, блин, все, кажется, выжимать из себя, ничего лишнего не надо. Сколько захотели, столько и написали, все хорошо. Так, теперь идем уже к самой технике. Дальше. Второй этап, первое это благодарность. Второй этап это... работа с негативными установками. То есть, что мы делаем? У нас 3 негативные установки, либо 2, смотрите, сколько у вас времени. Есть время, да, желание, вдохновение работать, можете 3 написать, можете 1. Что меня сейчас пугает? Мои негативные установки, что я чувствую, да, например,
Так, допустим, например, мой страх, что у меня перекроются источники моего вдохновения, перекроется поток, через который я работаю, там, да, что я сяду и просто не буду знать, что мне делать, у меня не будет, то есть не будет какого-то творчества, не будет желания что-то снимать, я не буду знать, о чем снимать, мне нечем будет поделиться с миром, и мой поток, да, через который я как бы работаю, связь с каким-то божественным, с творческим, что он закроется, и все. Вот это мой страх, что я все, я не буду. То есть я это записываю, что мои источники вдохновения перекрываются, да, то есть я делю лист на две части. Вот так вот на две части делю. Здесь пишу свою негативную установку, а на втором листе я пишу другую установку, уже сменяя ее на позитивную. Например, если я написала в правом углу, да, ну, допустим, вот если я с этой стороны в правом углу написала то, что мои источники там, перекроются, да, в левом углу я пишу, что я сама несу ответственность за то, открыт мой источник, поток или нет. Повлиять я на свой поток могу только тем, правильно ли я питаюсь, не ем ли я всякую мусорную еду, отказалась ли от вредных привычек, насколько мое сердце открыто, насколько много у меня духовной практики. То есть, в принципе, открыт ли мой духовный поток, зависит от меня. Как мы перестраиваем установку, мы боимся, что что-то изменится вовне, там, да? Либо я боюсь остаться, например, без работы и без денег. Мы понимаем, что ты не останешься без работы и без денег, если ты позаботишься о финансовой подушке, в нашей негативной установке, когда мы такие боимся, что вдруг что-то случится, что мы не контролируем, что вот от Вселенной что-то такое. Такое, конечно, есть, но в принципе большинство всяких событий мы контролируем. Вот, то есть второе – это освобождение, такой, так сказать, стиральная машина, короче, да. Вторая часть такой работы с дневником самопрограммирования – это стиральная машина. Там мы негативные установки, негативные программы меняем на позитивные. Да, выписываем то, чего мы боимся в данный момент больше всего, негативные установки, которые на нас влияют, и меняем их на позитивные, используя технику того, что ответственность за свою жизнь мы несем сами. И, конечно же, третья часть, самая клевая, она и есть техника самопрограммирования. То есть, что мы пишем? Мы пишем три цели, которые у нас прям самые мощные. Три основных цели, например, на год, которые, да, мы хотим. Допустим, я хочу там 50 тысяч подписчиков на YouTube. Я хочу, например, я хочу создать клевые курсы, продукты, которые прям будут служить людям верой, правдой, изменят их мир, да. В общем, давайте вот мы с вами возьмем прям примеры техники самопрограммирования и посмотрим, какие могут быть ошибки и какие могут быть оплошности, да, вот, то есть мы берем три основных темы, которые, например, цели, задачи на полгода или на год. И следующие три цели, это 2-3, это задачи на день. Мы их просто так же проживаем. Сейчас я вам расскажу подробнее, да, что я имею в виду. Поехали. Я вам сейчас три желания. И мы с вами разберем, правильно они или нет. Первое. У меня 50 тысяч подписчиков на YouTube. Второе. Я распродала, я сейчас создаю чакральное масло, да, и второе. Я распродала все чакральное масло за неделю. Всю партию чакрального масла я распродала за неделю. Вот такое вот оно востребованное, да. Третье. Мои курсы по аскезам продаются быстро и приносят мне там денег много, например. И поехали. Мы с вами посмотрим, да, это типичные программы, которые пишет каждый из вас наверняка. Я хочу там заработать 200 тысяч рублей за месяц. Я хочу выйти замуж за красивого молодого человека. Я хочу себе BMW X6. Я хочу, что еще там? Я хочу себе... Что еще девочки хотят? Мальчики тоже, что хотят? Я хочу открыть свой бизнес по, например, каким-нибудь шиномонтажкам. Или я хочу открыть бизнес, сеть ресторанов. Вот. Или я там открываю бизнес, сеть ресторанов. Итак, мои дорогие, правильно ли сейчас сформированы те аффирмации, те цели, которые я вам перечислила, да, включая свои? Как вы считаете, правильно ли? Правильно ли, да, это все в прошедшем времени, в настоящем моменте мы озвучивали сумму, мы озвучили там все как надо, по правилам, вот, правильно ли, как вы считаете, вот напишите в комментариях сейчас, правильно ли я озвучила эти аффирмации, если неправильно, то что
то, что неправильного. Я вам сейчас скажу, что неправильно. Ну, чисто проверьте себя сейчас. Правильно ли вы пишете дневник, ведете самопрограммирование? Скажу сразу, если вы ведете дневник самопрограммирования, прописывая цели, как я сейчас перечислила, то, скорее всего, вы его уже забросили вести. Потому что он так не работает. У кого-то, может быть, и работает, да, если он там... Ну, у него есть как бы база правильная, и правильное состояние, правильная позиция, с которой он, там, я зарабатываю и так далее, и тому подобное. Вот. А еще за неделю, вот это вот все обязательно за неделю, распродала вот масло за неделю, 50 тысяч подписчиков на YouTube за 3 месяца еще пусть там будет, да, нам же надо временные рамки еще установить вдруг, да, вот временные рамки, что именно к этому моменту все исполняется. В общем, если вы формируете дневник самопрограммирования так, то он работать не будет, вот, потому что вы гребете все себе. У вас основная цель, вот это перечисленное все, что я сказала, основная цель – это нажиться. Основная цель – это пустое, так сказать, во-первых, это позиция потребительства, да? мне надо, у меня купили деньги, мне все, я хочу, мое, у меня вот все это. То есть это позиция того, что у меня нужда, у меня надо, чтобы у меня масло купили, у меня нужда, короче. Вот, и так работать не будет, потому что, во-первых, вы поставили временные рамки, когда у вас не сработает в определенных временных рамках, там не продала все масло за неделю, когда пошло оно все нахрен, денег самопрограммирования, фигня все это, вообще больше продавать ничего не буду, короче, да вообще все нафига, это все надо, так много работало. Вот, так не будет работать, ничего, вы разочаруетесь в этом, потому что вы поставили, во-первых, временную рамку, и у вас будет мозг, блин, неделя осталась, 3 дня, еще ничего не продалось, походу не работает. Временных рамок никаких не должно быть. Во-первых. Во-вторых, сейчас вы сами поймете, в чем, ну да, почему у вас, так сказать, ну не у вас, да, почему, в чем ошибка, да, то есть у меня 50 тысяч подписчиков на YouTube. При этом, что ты выпускаешь на этот YouTube, да, то есть как надо правильно формировать. Я создаю уникальный и полезный контент. То есть надо формировать не на то, что ты берешь от этого мира, да, не на то, что у меня 50 тысяч подписчиков, а если у тебя неинтересный-то контент, говно, если у тебя, то как они к тебе придут, да. И то есть фактически надо акцент, упор, аффирмации делать не на то, что дайте мне 50 тысяч подписчиков, а то, что я даю миру за эти 50 тысяч подписчиков. То есть я формирую на чем свое мышление, на чем свою программу. Я создаю уникальный и полезный контент. Служу людям, приношу пользу этому миру. Через свой поток, который у меня идет, я открываю какие-то новые открытия, там, да, делаю новые, открываю новые техники для освобождения там, от обид. Я, там, то есть у вас фактически акцент ведется на том, что вы даете этому миру, а потом уже там, да, то есть я создаю уникальный полезный контент. Дальше пишем, люди откликаются на это. Это реально приносит пользу людям. Они понимают вот это, вот это, вот это. То есть они, допустим, меняют свою жизнь, свое мышление благодаря аскезам. То есть их жизнь реально преображается благодаря аскезам, там, да, которые я провожу, например. Их жизнь преображается благодаря... Они, ну, очень много открытий благодаря моим видео. Они меняют свою жизнь. И на это люди очень, как бы сказать, отзывчивы. И исходя из этого... мой канал растет и достигает цифры 50 тысяч подписчиков. Ну, то есть растет и достигает цифры 50 тысяч подписчиков. Точечка. Записали, сели, прожили это. То есть, как смотрим, как вы, как сказать, не как у вас там просматриваем 50 тысяч, вот эта картиночка, YouTube, ваша фотка, там ваше видео 50 тысяч, это в самом конце. Сначала мы смотрим, какие там реально полезные видео, то есть смотрим, сколько реально пользы, как вы снимаете видео, как у вас происходят какие-то открытия, какие-то реальные люди приходят к вам в мир, которые помогают в вашу жизнь, которые помогают вам делать видео, которые помогают вам что-то, например, какой-то контент клевый, да, ну там, рассказывают, что сейчас востребовано, там, да, куда вот, где нужно поработать, чтобы где у людей запрос, чтобы помочь им, да, где-то как-то это. Допустим, вы создаете какую-нибудь, что шьете одежду.
не я продала там платье за там 100 тысяч рублей, а я создала платье просто невероятного дизайна. Нашла цвет такой сумасшедший, которого просто в мире цветовых гаммы не существует, он такой красивый. И я создала очень качественное платье, оно реально имеет такую ценность, оно реально имеет такую невероятную дизайнерской точки зрения красоту, то есть с закрытыми глазами. Прожили, увидели это платье, и потом смотрим, как вы, допустим, там через какие-то источники, там, да, вселенная, дальше вселенная за вас поработает, и у вас это платье берет там девушка, которая реально оценивает его, которая реально влюбляется в него, оно доставляет ей нереальное удовольствие, она носит его, чувствует себя просто богиней, воплощенной в физическом теле, когда носит это платье, может быть, это свадебное платье, да, или платье на ее день рождения, и она просто в восторге, и у нее такое состояние в этом платье, и она покупает это платье за 100 тысяч рублей. Вот, ребята, вот это техника самопрограммирования. Не когда вы тупо под себя гребете, а когда вы положили вот эту вот самую вкусную часть, вот эту вот в программочку, в свою вкусную часть, когда эмоции людей есть, других, которые вам возвращаются, там, да, когда вы что-то продаете, когда вы что-то делаете. Это слушание людям, вот. И не то, что я открыл ресторан, там что-то сделал, и там пофигу на все остальное, там, да, мне главное деньги, у меня там миллион заработал за месяц. Нет, ты реально создаешь комфорт людям, ты реально служишь людям, ты там меню продумал, и поэтому люди к тебе идут, и ты миллион заработал. Так просто ты миллион не заработаешь, просто потому что там, я так захотела. Если ты заработаешь, то он у тебя потом может, ну, короче, это очень много тонкостей. Такая вот, есть такой вот подводный, очень, не камень, наверное, да, другие техники, которые я до этого перечислила, да, у меня 50 тысяч подписчиков, я распродала масло за неделю, они тоже будут работать, конечно, но это будет, не сказать, не экологично. Это может и будет работать, но вам надо будет разбиться в лепешку, там, да, и у вас такого кайфа, как бы, если он и будет, то у вас вот этого внутреннего ощущения того, что вау, я там, да, это реально клево, там, это реально... То есть внутренняя благость, вот эта внутренняя благость, она должна быть тоже обязательной. Я вот надеюсь, что я донесла прям клево эту мысль, да, какая должна быть ваша программа. Это живая программа. Это живая программа, которая вот она будет вас наполнять энергией, у вас не будет прокрастинации. У вас не будет то, что я там хочу заработать, да, там, у вас не будет вот этого, потому, ну, тупо мне, у вас не будет прокрастинации, у вас будет вдохновение, потому что там есть где-то девушка, которая ждет это платье, а вы сейчас сидите и ни хрена не делаете. Вот, ну ладно, едем дальше. Второе, там, да, про, ну, допустим, я распродала свое масло за неделю, то есть это неправильно, да, то есть я распродала, то есть, а что ты там с этим маслом делала, да, то есть что оно, ну, ты создала там, да, какая аффирмация правильная? Я создала масло, которое реально влияет на энергетику, это энергетический артефакт, реально осветляющий, настраивающий на правильные вибрации чакры людей. Оно реально работает, оно реально раскрывает энергетический потенциал каждой чакры. Люди, когда пользуются этим маслом, они уже автоматически возвышаются в вибрациях, у них автоматически поднимается уровень сознания, их тянет уже на более благостные мысли, на более благостные действия. Вот, энергетически люди чувствуют, даже люди, которые находятся в пространстве с человеком, который пользуется этим маслом, испытывают там, да, какой-то аромаэффект, даже люди вокруг в этом пространстве, они уже как бы тоже в этом поле очищаются, в этом поле, вокруг все поле, которое там, да, есть это аромат этого масла, оно очищается, оно преображается, оно поднимается в вибрациях, потому что там столько всего полезного, да, конечно же, вы для этого должны сделать максимум всего тоже, постараться сделать супер-супер качественный продукт, который реально будет служить людям, да, не обманывайте, конечно, ни себя, ни других, вот, у меня здесь уверенность стопроцентная, вот, и... Вот так вот, и соответственно, да, то есть мое масло реально преображает, реально служит людям. Люди это чувствуют, то есть пишем, люди это чувствуют, и люди, и Вселенная посылает мне как можно больше, как сказать, заказчиков, покупателей. Вселенная посылает мне как можно больше заказчиков, покупателей, которые будут пользоваться этим маслом, преображать свою жизнь и способствовать вдохновению и так сказать, высоковибрационной работе там в этом мире, да, но я вам сейчас, конечно, уже в потоке, как бы так, конечно, да, там уже надо продуманнее писать, да, моя основная цель – это правильно, из правильного состояния, да, вам сказать, как писать правильно аффирмации. То есть, в принципе, на этом вот разобрали, да, какие должны быть программы. Закрыли глаза, прожили, почувствовали это масло, там, да, такое вот, там, да, если вы масло, например, создаете, допустим, что-то другое, там, машина, что вы будете делать с этой машиной? Допустим, я
хочу машину, например, себе, вот BMW X6, например, да, девушка, я не записала, я хочу BMW X6. При этом она работает на работе со зарплатой 20 тысяч рублей. Вот, вот она пишет, я хочу, блин, BMW X6. Как бы у вселенной, у тебя зарплата 20 тысяч рублей, и тебе, соответственно, придется работать на трех работах для того, чтобы эту машину тупо прокормить, там, да, заплатить за нее налог, если вдруг она сломается, не дай бог, служить ее в автосервисе, например, да. То есть прописывайте то, что, во-первых, у вас поэтапно, не надо прыгать сразу, то есть это стресс будет, если вы там сейчас зарабатываете там 30, 50, 100 тысяч рублей, вы пишете, я зарабатываю миллион, это какой стресс будет для вашего организма, это какой стресс будет для вашего сознания, потому что это не только из 100 тысяч рублей в миллион, это не просто такая как, типа, ой, так будет классно, будет так радостно, да, мы все думаем, о, будет так круто, я буду зарабатывать миллион, супер, 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 все думаете, что вы так радостны будете, нет, вы будете радостны примерно первый день, потом вы просто поймете, потому что с этим миллионом, способом заработка, к вам идет огромная ответственность, к вам идет то, что, а если вот это, допустим, миллион, он один раз пришел, а если он уйдет, а куда мне его потратить, а что мне с ним сделать, это стресс нереальный, то есть вам нужно описать по ступенькам, но не мелочитесь, да, там, зарабатывайте 100 рублей, там, 150, например, прописывайте, нет, пожалуйста, прописывайте 500 тысяч, но не надо свое сознание, как бы, вгонять в стресс какой-то, вот, дальше, про машину, например, да, прописываем, я хочу, например, ну, например, у человека там зарплата, ну, там 100 тысяч, ну, нет, ну, хрен с ним, допустим, 20-30 тысяч рублей. А он прописывает, например, да, я хочу себе, ну, какую-нибудь машину, которая ему по карману там, да, ну, пусть она 1,2 миллиона стоит, например, да, там какой-нибудь, что у нас такое, этот, Камри, например, да, она, по-моему, тысяч, по-моему, 1,2 миллиона сейчас стоит, да, допустим, Камрюха. Вот, он пишет, я хочу Камри, вот такую Камри, вот, все, вот, вот хочу, хочу, не могу, смотрю на Камри, хочу Камри. Это будет аффирмация тоже неправильно, потому что ему нужно написать, для чего ему эта машина. То есть я, допустим, на этой Камри езжу, мне комфортно, я испытываю комфорт, я чувствую себя гораздо более увереннее в этой машине. То есть также я, например, вдохновляю людей, там, да, вокруг себя, там, то, что я могу такую машину себе позволить, все смотрят, тоже вдохновляются, что они тоже могут. А, либо я, допустим, на этой машине могу съездить теперь в другой город, мне не надо мотаться по этим долбанным маршруткам, например, да, или мне не надо теперь чинить... А, ну вот, кстати, от не никогда не отталкивайтесь, это вот я, кстати, сейчас неправильно сказала, пишем, что я теперь могу путешествовать в разные города, я теперь могу ездить в комфорте, не бояться, что моя машина опять от нее идет. Это моя ошибка вообще прям, походу, глобальная. Ну да ладно. Вот, пишем, что я могу путешествовать по миру теперь, могу служить своей семье, например, да, помочь им что-то перевезти, куда-то их свозить, что-то еще такое сделать. Прописываем вот это. Не просто я получил это и все, и там все, и конец вселенной, квантовый, там все тупик. А что вы с этим потом будете делать, еще прописываем. Как послужит миру это ваше приобретение? Вы зарабатываете теперь не 100 тысяч, а 500. Что из-за этого изменится в вашей жизни? Как вы будете тратить эти деньги? А как это будет служить людям? Что вы будете делать? А есть ли польза вообще вселенной от того, что вы будете зарабатывать 500 тысяч? В общем, это тоже все важно. Вот, короче, прописали, например, 3 цели взяли, прописали их, прожили. Дальше 3 цели на день, если вы, например, делаете с утра эту практику. 3 цели на день. То есть я, например, сегодня я снимаю клевые видео, снимаю, допустим, мне еще надо 3 дня снять по аскезе, вот, снимаю там максимальной пользы людям, прям проживаю это все, у меня будут клевые видео, которые прям будут идеальны, очень клево зайдут людям, там будет максимально вдохновляющий, качественный контент, который изменит их в лучшую сторону, будет служить им духовным ростом, духовным развитием. Вот, и третье, например, да, я вот сегодня пойду в бассейн, например, плавать, это будет максимально полезно моей спине, моим мышцам, моему телу, буду такая счастливая, наконец-то нагружу свое тело физической нагрузкой, это будет так круто. Вот, прожили, все, 3 события за день. Дневник самопрограммирования можно закрывать. Вот, все, вы все сделали, все прожили. Дальше, ночное самопрограммирование, да, вы знаете, что еще ночью также можно тоже сидеть и программировать себя на то, чтобы, ну, тоже там мозг работает уже на более замедленных таких состояниях. Перед сном представляете себя в моменте, как будто вы уже все прожили, там, да, представляете, как будто вы уже прожили покупку машины, прожили то, что у вас клевые там какие-то клевые курсы, либо еще что-то, да, и тоже практика благодарности. Там уже записывать ничего не надо, там уже чисто привычку выработаете, что перед сном вы просто там сидите, либо лежите и представляете, там, да, проживаете все клевое. Так, ну что ж, мои дорогие, если вам сложно, да, правильно составлять программы, если вам интересно то, как правильно писать дневник самопрограммирования, как работать со своим бессознательным, и вы хотите в прямом эфире прожить погружение в состояние
тета-медитации, в состояние расслабленности, да, свое бессознательное настроить на успех, на реализацию желаний. Вы хотите каждое свое желание профильтровать, так сказать, да, через правильность, да, правильно сформулировать его, правильно его прожить в программы своего подсознания как-то оформить, то я приглашаю вас на вебинар, который состоится 6 ноября в воскресенье в 19:30 по московскому времени. Там мы с вами будем подробно разбирать технику самопрограммирования, да, то есть я вам сейчас дала такую уже огромный пласт. Если вы хотите заниматься самостоятельно, пожалуйста, если у вас хватит энергии и мотивации, желания заниматься этим самостоятельно на постоянной основе, пожалуйста, я вам в принципе сейчас в видео дала все инструменты. Вот, вебинар будет абсолютно бесплатный, 6 ноября в 7 часов мы с вами еще раз поговорим, как правильно вести дневник самопрограммирования, правильно составлять благодарности, правильно работать со своими негативными установками и как правильно составлять уже само самопрограммирование. Да? То есть, если у вас есть какие-то запросы, чего вы хотите, продумайте это заранее до вебинара. Там в прямом эфире мы с вами проработаем, посмотрим на ваши установки, правильно ли они сформулированы, да, и как составить их так, чтобы не просто их делать из состояния потребительства, да, что я хочу, мне надо, там, дай мне мир, вот, а оформить это так, чтобы было служение миру также, да, то есть из правильного состояния, с правильной позиции делать эти, писать правильные программы. Вот, во-первых, мы с вами пропишем, как сделать правильно, прописать события, которые будут после того, как вы получите желаемое, да, то есть я уже сказала, у меня была моя ошибка, да, в одном из видео, что когда я делала самопрограммирование ранее, там я хотела стать художником, вот, продавать картины по всему миру, так оно и стало, но когда желание сбылось, я просто попала в этот квантовый тупик, ну, это я угораю, да, квантовый тупик, так называю, вот, и у меня все, у меня пришло выгорание, и я поняла, что я не знаю, чего я хочу дальше, вот, и мы с вами будем делать практики правильно, что вы прописываете и далее, что у меня случилось вот это событие, я там достиг вот этого пика невероятного, да, и потом у меня вот это правильно формируем свое отношение там, да, к тому, что прописываем вот эти события, которые с вами случатся, и прописываем, что будет дальше, то есть это экологичное составление программ. Вот. Второе, это мы поговорим о том, как правильно убрать мусор из жизни, да, о котором я говорила в первой части видео, мусор из жизни, который мешает вам воплотить ваши программы в жизнь, это токсичное окружение, это социум, неправильная музыка, питание и все такое. Мы поговорим про информационно-энергетическую гигиену, которая не дает техникам самопрограммирования реализоваться, не дает вам, наоборот, вдохновляет вас прокрастинировать, вернее, да, вдохновляет прокрастинировать, вот это, наоборот, заставляет вас прокрастинировать, ничего не делать, вот эти палки в колесе, которые мешают вам двигаться по жизни, да, лететь по жизни в направлении реализации своей мечты. Вот, и дальше, еще, что усилит? Следующий, третий пункт будет, что вашу технику усилит. Это аромапрограммирование, такая тема еще есть. Какие правильно подобрать ароматы, какие правильно заделать себе альфакторные якори, какие правильно, то есть остальные техники, которые... Что еще можно, да, как еще усилить самопрограммирование, вот, не просто там дневником, да, а еще и много-много всего другого. Далее, правильно проживаем 5 чувств, то есть, когда вы представляете, что сбылось там ваше желание, например, да, мы прорабатываем это все, проводим через 5 органов чувств, то есть это все будет у нас именно в практике. Следующий пункт, это какая польза миру от того, что ваше желание исполнится, да, в принципе, мы это уже и говорили, вот, и... Собственно, сама практика. То есть мы с вами все проработали, составили с вами ваши правильные аффирмации, вы написали, да, их, и далее мы с вами, я погружаю вас в состояние работы мозга на тета-частоты. Мы делаем полное расслабление, поем тоже мантру ом обязательно, да, это для того, чтобы было энергетически чистое пространство. Мантра ом, она также помогает расслабиться, помогает погрузиться и помогает, так сказать, мантра ом, это сонастройка с чистотой самой Вселенной, то есть у нас все вокруг нас это уже мантра ом, это здоровые, нормальные, живые вибрации, мы с вами настраиваемся с пространством, мы с вами настраиваемся с самой Вселенной. И там уже в этом состоянии по определенной технике выдаем с вами правильные аффирмации, правильные программы для своего подсознания, для того, чтобы они у нас закрепились в нашей подкорке. Мы уже с вами начали
действовать, действовать в направлении своей мечты, развиваться и уже наконец-то воплощать ту жизнь, которую мы с вами хотим. Вот, вебинар абсолютно бесплатный, он будет проходить в прямом эфире на YouTube. Вот, поэтому присоединиться может любой. Я еще обязательно буду напоминать вам об этом в телеграм-канале. Вот, обязательно подписывайтесь в телеграм-канал. Есть у меня все ссылки в описании к этому видео. Телеграм-канал, сайт, курсы по ведьминым ваннам, там масло еще скоро появится, там, да, то есть все в описании видео. Пожалуйста, переходите. И приходите, конечно же, на вебинар. Мы с вами обалденно поработаем с нашим подсознанием, закрепим это все и выдадим в мир нереальный, мощный поток из своего сердца для того, чтобы наконец-то вокруг себя видеть то, что мы хотим видеть, то, что мы хотим реализовать, а не то, что у нас получилось там, да, какими-то негативными программами. На этом, в принципе, все. До 6 ноября приглашаю вас. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.